хорошая. Жесть. Ливень под названием жесть. Да. Люди плавают даже. Мы на уровне где-то 7-8 этажа. Если вот тот дом 3, у нас тут еще 3 этажа выше его. Красота! А, смотри, дырки сделал. Град. Обалдеть. Обалдеть. Такого никогда не было. Дырки сделал. Сейчас все к нам потечет. Кошмар. О, пробил. Коля Тербанов. Весь пробил. Кошмар вес. А здесь не пробил. Здесь другой поликарбонат. И здесь не пробил. А с той стороны он пробил. Он говорит, там, вот такой град сейчас будет. Кошмар. Хотели крышу переделывать. Ну вот теперь уже по неволе придется переделывать. Такое чудо у меня, чудо природы. Зимний сад мой. Я тебе сейчас одну новость скажу, от которой с ума сойдет. Пробило поликарбонат здесь наверху. Да. Во-первых, жара была накаленная. Прям дырки. Не знаю, не насквозь, конечно, но... Особенно вот эта вот крыша больше всего пробилась. Гуся бы не пробила. Вот-вот-вот, опять падают градины. Пробил град. По неволе придется ремонтировать.
вот она стихия. Второй не пробило, а тут пробило. Попал. 1050, наверное, если не больше. Нынешними деньгами больше. Весь этот поликарбонат стоил около 120 тысяч. А его, скорее всего, здесь придется менять. Он как и повод это. Закрыть. Какое он чудо. Лежанка моя тут. Вот и все. А была жара 37 градусов в Самаре. Ни одной тучки не было. Видно, что интересно. Ну, дождик был по прогнозу. Вот такие следы пробоины. Рваные пробоины. О, и там он здоровый какие. Здесь там дырки. Но не насквозь. Слава Богу. Попал. На соточку. Но это еще же у меня застраховано. Я с стихийной бедствий. Так побил прямо на тебя. Даже мне кажется, экспертизы не надо, ну как бы так все ясно. Все крыши дрянные.